На территории нашей страны есть множество загадочных мест и объектов, которые интересны не только своей аномальностью, но и вообще поражают воображение своим необъяснимым происхождением. К таким загадочным объектам можно смело причислить довольно немалое количество круглых бездонных озер по всей стране. В некоторых из них действительно происходят непонятные аномальные явления. Возникают вполне логичные вопросы. Почему они круглые? Почему у них никак не удается измерить глубину? Как они вообще могли появиться? В результате чего? Связано ли их появление с какой-то деятельностью человека, или они имеют природное происхождение? Некоторые ученые, проводившие там некоторые исследования, пытались ответить на эти вопросы. Одно из таких необычных озер находится в Московской области, рядом с поселком Вертлино. Местные жители называют его «отдушиной океана», но официально его название, как можно увидеть на Google картах, «бездонное». А бездонным его назвали, потому что вот уже сколько времени ученые вместе с аквалангистами и специальными приборами пытались измерить его глубину, но сделать это им не удалось. Были случаи, когда казалось, что вот-вот дно будет обнаружено. Снизу появлялось что-то похожее на дно, но каждый раз их ждало разочарование. Далее они пришли к выводу, что озеро состоит из каких-то непонятных слоев. Слоев воды и слоев какой-то водной мути, которую они несколько раз и принимали по ошибке за дно. Своими приборами ученые смогли прозвонить озеро более чем на 150 метров. И ничего, кроме воды и водной мути, не нашли. Скорее всего, дно находится где-то еще глубже. Как могло появиться такое круглое и глубокое озеро? Как будто кто-то просто просверлил в земле большим сверлом это отверстие. На этом странности не заканчиваются. Время от времени, бывает, из глубины озера всплывают предметы, похожие на фрагменты древних судов. А по некоторым данным, один раз оттуда всплыл даже спасательный жилет ВМС США. Как удалось выяснить, он принадлежал человеку, который когда-то пропал вообще в Красном море, далеко от этого места. После этого местные стали шутить, лишь бы не всплыла оттуда американская подводная лодка. В общем, ученые пришли к выводу и предполагают, что озеро связано где-то под землей с мировым океаном. Поэтому в водоеме редко, но появляются странные вещи. И хотя в озере пресная, даже кристально чистая вода, в отличие от мирового океана, ученые считают, что все равно это возможно и вполне объяснимо. Возможно, эти самые слои какой-то водной мути, а сколько их там никто не знает, и являются своего рода фильтром от соли. Но вот почему они не стали фильтром от того же самого спасательного жилета, они ответ не дали. Еще одно озеро с подобной историей можно найти в республике Мариэл. Его не случайно назвали «Морской глаз». И хотя оно тоже довольно глубокое, дно ученые там вроде нашли. Глубина здесь достигает 37 метров, заявили они. Что в свою очередь для такого маленького по площади озера такая глубина и является необычной. Но суть в другом. У местных на это озеро есть свое мнение. В одной из местных легенд говорится, что у этого озера имеется три дна. И последнее, как у океана. Как это понимать, неизвестно. Но слово «морской» в названии связывают с другой легендой. Будто бы в озере местные жители в давние времена находили старинный корабль. И вода по мере погружения вниз становится все соленее. Да и цвет воды в нем изумрудно-синий, морской. Из-за большой глубины вода в озере очень холодная, даже летом. Также под водой было обнаружено несколько пещер, что делает это место привлекательным. Может, оно все-таки тоже как-то путем подземных сообщений связано с мировым океаном? Откуда берутся такие легенды про корабль, про три дна? Почему они круглой формы и такие глубокие? Да, кстати, уровень воды в этом озере за последние несколько лет начал снижаться. Кто-то из ученых предположил, что под водой в породе мог появиться разрыв, и через него вода стала уходить.
Известны случаи, когда подобного рода трещины сами собой закрывались, и уровень воды восстанавливался естественным путем. К слову, как и озеро Мааши или Маашейское, ныне несуществующее озеро, находившееся в районе Северо-Чуйского хребта в Алтайских горах на высоте 1984 метра. Располагалось в Кош-Агачском районе Республики Алтай на реке Мааши. Оно имело протяженность 1,5 километра и ширину до 400 метров. Образовалось около, как говорят сами же ученые, 100 лет назад в результате оползня, перегородившего русло реки. Но это не точно. Рядом с котловиной расположены мощные якобы ледники Мааши, Куркурек и Курумбу. Обойдя долину озера по западному берегу и следуя дальше по руслу реки Мааши, можно дойти до ледника Большой Мааши, из-под которого течет река. Тем самым можно предположить следующее, что все эти озера – результат некоего на них физического воздействия, которое современным ученым попросту непонятно. Также неподалеку, относительно, существует лес, который в недалеком прошлом вырос на этом месте. Но по неким причинам весь, как под шаблон, изогнулся. Ученые считают, что такой лес возникает в случае деформации и смещения грунтов во время роста деревьев. Но с чего бы это смещение грунтов? А может, все это последствия некоего воздействия? Но какого? К примеру, знаменитый Махенджо-Даро, как вы знаете, он был оплавлен совершенно внезапно и неожиданно. Но в шаговой доступности от города имеются идентичные воронки. Так получается, все это последствия намеренного воздействия. Но кем? Я думаю, ответ очевиден. Это совершенно те же последствия, что и в Сибири, на Урале и на Кавказе. Также, как вы знаете, в Перу есть такие же очевидные следы подобного воздействия. Например, вот эти фото полуразрушенной стены, на которую явно было произведено воздействие. А не звенья ли это одной цепи? Также недалеко от Челябинска существует круглое озеро. Его история точно схожа как и с бездонным озером, так и с морским глазом и с многими другими. Оно необычно круглое и глубокое. И тоже присутствуют аномалии. Над этим озером иногда видят красные круги над водой, которые вгоняют в ступор и оцепенение местных рыбаков. Эти круги, опять же по рассказам местных, оказывают на человека некое воздействие, скорее всего, психологическое. Тем самым выходит, что кто-то посещает эти места до сих пор. И, видимо, это те, кто и устроил все это. И явно у этого кого-то технологии выше, чем у нас. Именно они, судя по всему, и сделали все это. И это продукт их деятельности. А у меня на этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайк. И до скорого!